Независимое телевидение Севастополя открывает новую программу «Мнение». Ежедневно в эфире телеканала НТС ответы севастопольцев и гостей города на вопросы, которые интересны, актуальны и злободневны. Корреспонденты нашего телеканала работают на улицах города и предоставляют гражданам возможность высказать свое мнение по вопросу дня. В редакции НТС работают такие же обычные люди, как и вы, наши телезрители. Мы так же, как и вы, думаем и переживаем о городских проблемах. Мы знаем, для того, чтобы попытаться решить вопрос, надо его хотя бы озвучить. Вопросы будут ставить не только журналисты НТС. Их можете задать и вы, позвонив в редакцию и предложив свой городской вопрос. Сегодня наши корреспонденты интересовались, устраивает ли граждан стоимость проезда в общественном транспорте. Дороговато, особенно на троллейбус. 18 рублей на троллейбус очень дорого. У нас маршрутки вообще абсолютно небезопасны в положении. Когда была, очень страшно по топикам ходить было, потому что водители тормозят резко. Очень дешевые. Мы из Нижнего Новгорода, у нас 28 рублей стоит, а у вас дешево. Да, меня все устраивает, у меня карточка единая по городу. Очень удобно. Ну, вы знаете, все достаточно относительно. Относительно других городов у вас очень дешево проезд стоит, во-первых. Так вроде как. Ну, мы на самом деле редко в Севастополе именно так вот путешествуем. Но мы всем довольны. Да, все хорошо. Полную версию программы «Мнение» смотрите после выпуска новостей и в течение дня. Свои вопросы вы можете предложив, позвонив в редакцию и задав свой городской вопрос. Напомню, телефон 59 00 62.